Так, вот скопилось 10 монет, мы их сначала переводим со спендинга в валет, то есть с игрового счета в кошелек. После парочки минут обновления страницы они появляются на кошельке. Теперь наша задача поменять их на Solana. Для этого нажимаем Trade и обмениваем. Иногда высвечивается вот такая штука. Ничего, мы пробуем еще раз. После нескольких минут манипуляций у нас появляются на счету Solana. Теперь наша задача их вывести в какой-нибудь кошелек, чтобы не держать в приложении. Жму Transfer to External, выбираю Solana, вставляю адрес своего Exodus кошелька и перевожу 0,9 Solana. Пишет, что транзакция прошла, значит теперь нужно просто обновить свой Exodus кошелек и посмотреть, пришли ли туда деньги. Раз обновляю, два обновляю, три. И оп, деньги появились в течение парочки минут. В принципе, все очень просто.